Управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо и подвергает опасности жизнь не только самого водителя, но и других участников дорожного движения, в том числе детей. Чтобы в очередной раз напомнить самарским водителям, инспекторы ДПС провели рейд и проверили автомобилистов на трезвость. По ходу общения уже можно выявить один или несколько признаков у водителя, такие как запах алкоголя изо рта, покраснение кожных покровов лица, шаткая походка его, поведение, соответствующее обстановке. Мы можем также его сопроводить на медицинское освидетельствование, в ходе которого уже будет установлен факт управления транспортным средством с наличием алкоголя, либо нет. А вот отказ от прохождения медицинского освидетельствования на наличие в организме алкоголя аналогичен уже установленному факту вождения в пьяном виде и влечет за собой лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Если в течение года водитель повторно сел за руль в нетрезвом состоянии, в отношении него уже будет возбуждено уголовное дело с возможной мерой наказания – лишением свободы на срок от 2 лет. Если водитель, будучи управляя транспортным средством в состоянии опьянения, допускает наезд на пешехода, в результате чего, если пешеход получает у нас тяжкие телесные повреждения, то ему грозит уголовная ответственность. И помните, что дорога и пьянство ошибок не прощает. В ходе рейда инспекторы проводят выборочную проверку, но если водитель развернулся, увидев экипажи, то его точно догонят и остановят. Благодаря таким профилактическим рейдам ДТП с участием нетрезвых водителей должно стать меньше. Елена Чернявская, Василий Колдашов. События.